Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня у нас для начинающих мастер-класс. Вот такая вот сумочка, либо на ключики, либо на копеечки, либо на ключики и копеечки. Вот здесь у меня вот мелочь. В общем, я думаю, пригодится деткам в школу вот такую вот маленькую сумочку спрятать ключики. Ну, понятное дело, что ключей у ребенка сколько не будет. Ну, ключики и пару монеток в нее войдет. Итак, нам понадобится остатки пряжи, желательно хлопок, молния, вот минимально 10 сантиметров, и фетр 2 миллиметра в толщине. Он будет внутри, поэтому цвет не важен. Итак, мы начинаем. Крючок 2 миллиметра. И мы начинаем наше вязание. Значит, начиная с цепочки из 2 петель, петля 1 и 2. Далее первую петлю я пропускаю, и с второй я вывязываю 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Это у нас первый ряд. Второй ряд. 1 воздушная петля подъема. Поворачиваемся. Эту петлю мы уже не пропускаем. И следующий вывязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Далее снова из одной петли 2 столбика без накида. 1, 2. Из последней петли тоже 2 столбика без накида. 1 и 2. Вот здесь прекрасно видно. 2, 2, 2. Третий ряд. Воздушная петля подъема. Поворачиваем. Из первого столбика вывязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Далее 1 столбик. 1. Далее из следующего 2 столбика. 1, 2. Из следующего 1. Далее 2. 1, 2. И последний столбик без накида. Вот из так. Четвертый ряд. Воздушная петля подъема. 1 столбик без накида. Далее 2 столбика из 1. 2 столбика по 1. 1, 2. Далее 2 столбика из 1. 1, 2. 1 столбик из 1. 2 столбика из 1. 2 из 1, вернее, из 1 из 1 и еще 1 из кромки. Так, пятый ряд. Воздушная петля подъема. Далее 2 столбика одиночных. 1 и следующий. 2. Двойной столбик. То есть из 1 столбика вывязываем 2. 3 одиночных. 1, 2, 3. Далее двойной. 1, 2. 2 одиночных.
двойное. Два. И два одиночных. Раз. И следующий. Два. Шестой ряд, воздушная петля подъема, 3 столбика одиночных, 1, 2, 3, далее двойной, 1, 2, 4 одиночных, 1, 2, 3, 4, двойной, 2 одиночных, 3 одиночных. 1, 2, 3. Нет, седьмой ряд, воздушная петля подъема, 4 столбика, 1, 2, 3, 4, двойная петля, 1, 2, 4 столбика, 1, 2, 3. 4, двойная петля, 3 столбика одиночных, 1, 2, 3, двойная петля, 4 одиночных столбика, 1, 2, 3 и 4. Восьмой ряд, воздушная петля подъема, 5 одиночных столбиков, 1, 2, 3. 5, двойная петля, 1, 4 одиночных, 1, 2, 3, 4, двойная петля, 3 одиночных, 1, 2, 3, двойная петля, 6 одиночных, 1, 2, 3, 4. 5, 6. Так, девятый ряд, воздушная петля подъема, 4 одиночных, 1, 2, 3, 4, двойная петля, 1, 2. Далее 5 одиночных,
двойная петля, 5 одиночных, 1, 2, 3, 4, 5, двойная петля, 7 одиночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10-й ряд. Десятый ряд, воздушная петля, 5 одиночных, 1, 2, 3, 4, 5, двойная, 1 и 2, 6 одиночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, двойная петля, 5 одиночных, 1, 2, 3, 4, 5, двойная петля и 8 одиночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И последний, 11-й ряд, воздушная петля подъема, 5 одиночных столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, двойная петля, 6 одиночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, двойная петля, 7 одиночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, двойная петля, 9 одиночных. И все, ниточку обрезаем и оставляем. Таких деталей нам нужно 2. Вот она, основная деталь нашей сумочки. Их у нас... Так, далее, что мы вяжем? Мы вяжем донышко. Для этого набираем 21 воздушную петлю.
Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21. Итак, первую петлю мы пропускаем и начиная со второй вяжем 20 столбиков без накида. Итак, последние две петли. Последняя петля 20. Делаем воздушную петлю подъема, поворачиваемся и со следующей петли, эту у нас эта петля подъема, со следующей вяжем и так вяжем вот эти 20 петель вверх. Итак, я провязала 6 рядов и теперь заканчиваем. Это наши донышки. Теперь осталось ручки. Значит, для этого мы тоже набираем 21 петлю, только в этот раз мы их стягиваем. 1, 2, 3, вот видите, подтягиваем. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. И первую петлю пропускаем, со следующей начинаем вязать один раз ряд столбиком без накида. Последнюю пару петель и все, один ряд всего лишь и две такие вот ручки мы вяжем. Так, вот наши детали все. Смотрите, две ручки, две основные детали и донышко. Мне теперь нужно выкроить подкладку. Что я делаю, я эти детальки беру, раскладываю вот так вот на фетр и обвожу. Почему нет готовой выкройки? Потому что детали могут быть разными совершенно у всех. Потому что плотность вязания у всех разная. Так, есть. Так, потом складываем вдвое и подравниваем, где там что-то нам не нравится, ну, подравниваем. Все, эту деталь пока откладываем. Теперь берем иголку с ниткой и берем молнию. Значит, вот эту часть для начала пришьем. Ручку мы пришиваем. Вот смотрите, у нас 1, 2, 3, вот такая радуга над третьей этой как бы полукругом. Понимаете, о чем я говорю? Вот 1, 2, 3. И вот после третьего я пришиваю ручку. Значит, фиксирую низу и вот здесь вот повыше.
Здесь то же самое, вот только сначала мы наизнанку протягиваем вот эти вот нити. И для начала мы их здесь завяжем, а потом уже будем пришивать. То, что здесь остаются вот эти нитки, ничего страшного, это все закроется подкладкой. Так, есть. Ну, а теперь пришиваем. Теперь мы берем молнию и пришиваем ее, вот эту часть отгибаем, смотрим, где у нас, вот, начинаем вот так вот, чуть-чуть, вот видите, где у нас начинается молния, эти свободные края мы вводим туда, а там, где начинается молния, начинаем шить и пришиваем. Вот образом. И вот так вот по всему, как бы, по всей вот этой полуокружности пришиваем. Итак, пришила я эту деталь. Видите, здесь у меня остался замок. Его я отодвигаю. И вот здесь вот нить у меня осталась от сшивания. Здесь закрепляю эту молнию. Так, теперь берем вторую деталь, уже я пришила ручку и прикладываю вот так вот, чтобы совпало с этой деталью, и пришиваю вторую деталь на вторую сторону молнии. Вот так вот пришиваю по всему вот этому. И здесь вот тоже должно вот так вот совпасть у нас. Вот. Так, есть у нас, смотрите, пришито обе детали. Ниточек не боимся. Вот сейчас нам нужно расстегнуть молнию. И вот здесь вот остатки я обрежу. Так, теперь берем наше донышко. И сначала пришиваем вот эту вот часть. Так, вот. Вот я пришила. Теперь поворачиваемся. К молнии. Пришили. Теперь у нас остается только вот эта вот часть, которую я тоже пришиваю к молнии. Есть. Вот такая вот у нас заготовка. Теперь мы берем нашу фетровую подкладку и клеевой пистолет. Для начала мы подклеиваем.
приклеим вот эти вот кончики. Так, далее. Сначала намазываем половину нашей подкладки. Ай. И приклеиваем хорошенько на наш кошелечек. Прям вот, чтобы перекрыть эту деталь. Вот этим вот сумочкам ключики можно и два в одном, и ключики копеечки деткам. Вот, а на сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.